Привет всем! Мы «Глобальная волна». Сегодня 21 октября. Мы находимся в клубе «Форте». И сегодня выступает наша хорошая знакомая Ольга Панюшкина. Мы будем все это действие снимать. И этого прослушивания. Ты не слушаешь, что скажут друзья, скажут враги. Ты послушай, да, сердце твое, но то берет всегда ту градус двух раскосых карь, настоянных на восточных травах, на пряных ветрах, диких вепрях, цвета пьяной вишни взгляда. Фестиваля, первый вечер, и я пою свою песню любимую «Снежинки», конечно же. Мы просыпаемся утром, вот такой огромный снег летит, огромный. Все страшно красиво, сказочно, но после этого говорит: очень красивая песня, но ты ее больше не пой. Слышишь, голос, сладко сердце замирает. Мое имя синей строчкой на тетради. Здравствуй, пишешь, я все жду с тобой свидания. Помню взгляд твой и улыбку на прощанье. Три снежинки на тебя, три снежинки на меня. Но все это блажь, минутные всплески в коротком единстве, в молчании глаз. Буквально написала вот это танго. Художник Карпов пишет мой портрет в изгибе томном, при свечах у рояля размечталась. Без зонта под дождем идем, без зонта снег не ставивший до конца, черно-серым лежит. На земле в лужах тучи стоят в воде, по колено им не понять, почему нам с тобой так легко вдвоем, нам с тобой так легко вдвоем. Пионерский галстук и сгущенка вместо шоколадной пасты. И все люди, братья, мы одна семья. И 15 республик, дорогая страна. Мое звонкое детство, барабаны горны. Я хотела быть первой в классе, комсомолкой, д'Артаньяном, храбром и французом.
и книжки, и учиться отлично, чтоб любили мальчишки. Мальчишки СССР, мальчишки СССР, мальчишки СССР, мальчишки. Мое яркое детство ленинский. Мальчики, девочки, ура! Всем здоровья, успехов в труде, в учебе. Да здравствует наша Родина и мы. Ура!